Смотрите, вот такой лайфхак. Открываешь кран, холодную воду включаешь, набираешь стакан. Хлоп. А вода такая белая-белая, беспонтовая, как будто с кучей хлорки, ее неприятно, невозможно пить. Смотрите решение. В магазине есть вот такая штучка, называется аэратор. Всем полезно будет, кстати, у кого скважины в частных домах, вот такую штуку, аэратор вот этот, устанавливайте на кран, и вода не будет вонять там болотом, сероводородом и всякой фигней. Есть вот резиночка, берем вот так вот в кран это дело. Блин, извиняюсь, одной рукой неудобно. Сейчас накрутим. Все, накрутил. Включаем. Набираем. Вуаля. И вода чистая и прозрачная. А всего-то надо было на кран аэратор прикрутить. Запомните вот этот лайфхак. Очень полезная штука. Вода обогащается кислородом, становится вкусная, без запаха и полезная. Это Васильев. Всем добра.